Есть удар в створ ворот. Обратно в стенку не играет. Уже прекрасная атака. У него такой сильный прекрасный. Последнюю секунду успевает как раз Родион ногу подставить. И ворота прекрасные. Ой, Родион свою атаку. Ой-ой, врывается игрок, ему удар. Сейвит, и мяч в поле остается. 1-0. Нет, добегает два игрока Фортвейна. Пас на дальнюю. Включение в центр, удар и гол. Гол! Такой прекрасный розыгрыш, удар!